Я Брайан Уинджа, и я креативный директор студии в Tripwire Interactive. Научная фантастика в Killing Floor 3 — это про науку, которая пошла не так. Мы снимаем в Netherworld Haunted House здесь, в Snow Mountain, Джорджия. Я вырос в 10 минутах отсюда. И работа в Netherworld была моим первым профессиональным занятием в качестве создателя монстров. Это пространство не создавалось специально для Killing Floor 3, но здесь столько источников вдохновения. Мы говорим о науке, которая пошла не так. Посмотрите на это место. Вообще, что это такое? Меня зовут Билл Монг. Я один из основателей Tripwire Interactive. Я главный дизайнер боевых систем в Killing Floor 3. Все сотрудники Tripwire — фанаты множества сложных и продвинутых вещей. Старой научной фантастики. Мы черпали вдохновение из фильмов про чужих. Вы знаете, как выглядела их технология, их компьютеры, Терминатора, Хищника. И многое вдохновение я лично получил из фильма «Вспомнить все». Особенно в том, как ощущается, когда человека подстреливают в этом фильме. Есть нечто в том, как кровь расплескивается, что выглядит очень удовлетворяюще. Хорозин, по сути, ведет биоинженерией этих оружий, которые называются Зеды, и у них нет морали. Думаю, моим кинематографическим вдохновением был, вероятно, парк юрского периода, как NGen, или даже из франшизы «Чужие» с Вейланд Ютани, знаете, или OCP в Робокопе. Эти ссылки действительно создавали идеальный баланс правдоподобной научной фантастики, которая могла бы произойти в будущем, но при этом поддерживает наши элементы боевого хоррора. А из «Хищника» и «Чужих» одна из вещей, которую вы видите чаще всего, это группы хорошо тренированных бойцов с огромной огневой мощью. И они буквально едва выживают. И это когда Killing Floor на своем пике. Эти вещи вдохновляли и продолжают вдохновлять меня. И иметь возможность привнести эти идеи не только из опыта работы в Netherworld, но и из различных фильмов и других игровых проектов — это своего рода тот первоначальный суп вдохновения, который мы можем внедрять в наш проект. В Killing Floor 3 мы действительно хотели сделать шаг назад и пересмотреть каждого Зеда, что он может делать, каковы его возможности, и попытаться думать о них, как о шахматных фигурах. Этот Зед делает это. Этот Зед будет бросать вызов игрокам таким образом. Например, ползунки наконец получили возможность ползать по стенам. На некоторых картах вы будете смотреть на стену, и вдруг из-за нее потянется целое море ползунков. Они не только выглядят отвратительно, но и их способность обходить игроков и подавлять их выводит их шахматную фигуру на совершенно новый уровень для Killing Floor. И примером может быть Скрейк. Раньше Скрейк всегда был медленно движущимся фриком с бензопилой. Теперь у него есть гарпун, прикрепленный к правой руке, и он может использовать его, чтобы втянуть игроков в толпу, используя серию технологий Z, как мы теперь это называем. Например, когда вы видите Z-а высокого уровня, например, мясной толпинатор, он состоит не только из различных органических частей. У него есть все эти новые элементы Z-технологий, такие как визоры, батареи и двигатели, которые не только служат броней, но и источником энергии и оружия, чтобы как-то это развивать. Одним из самых новых Z-ов у нас является Импала. Мысли Хорзина о создании нового Зеда путем биоинженерии такие. Что бы мы могли создать, чтобы уничтожить тяжелую броню? Общая творческая направленность была как сочетание танка М1 Абрамс с гориллой и добавление к нему гигантского ножа. Когда игроки столкнутся с таким, думаю, это будет довольно пугающе, но и очень приятно, если они смогут его одолеть. Это серьезное испытание. Разработка этого Зеда на ранней стадии заключалась в том, что мы, очевидно, хотели сделать его отвратительным, но также повысить его возможности. Так что добавление дальнобойной атаки увеличило его смертоносность. Он все еще Зед низкого уровня, но если не обращать на него внимания, если не приоритизировать эти цели, он вас уничтожит. Во время KF1 и 2, когда ты сражался с множеством Зедов, они были примерно одного роста. Так что их головы находились в одной горизонтальной линии опасности. Ты мог двигаться влево-вправо или назад и стрелять по ним. Но теперь, когда хаски могут летать, флешпаунды и скрейки стали намного выше, ползуны передвигаются не только по полу, но и по стенам. Систы, подходя к тебе, могут нырять и уворачиваться. Конус опасности значительно увеличился. Зеды могут появляться где угодно на экране, так что приходится постоянно вертеть головой и учиться приоритизировать свои цели. С
с некоторым моим опытом работы в домах с привидениями, например, в Netherworld, как мы увидим здесь, когда мы проектировали и карты, мы пытались подумать о так называемых бу-дырках. Типа, откуда могут внезапно появиться зеды, чтобы игроки не ожидали. Так что, когда ты в гуще боя, и вдруг рядом с тобой стена рушится от флешпауна, или зед проламывает дверь, или выползает из вентиляции, это добавляет напряжение и опыт. Мы действительно хотели добавить больше ужаса и страха, поэтому увеличили количество зедов в мире. Это ощущается более интенсивно, но не перегружает. Это более эпично, при этом сохраняя время для ощущения страха. В наших предыдущих играх, когда существо двигалось к тебе, практически невозможно было его не задеть. И мы хотели больше стратегии и возможности как бы танцевать с ними. Поэтому игрокам добавили больше мобильности. Они могут карабкаться через препятствия, прыгать в окна. Теперь есть крутой слайд. Ты можешь разбежаться и скользить. Также есть возможность увернуться. Наша команда по дизайну уровней проделала отличную работу, думая о мобильности. Когда мы строим эти пространства, важно иметь те же зиплайны, где можно использовать многофункциональный инструмент и быстро пересекать карту. Я должен быстро добраться до них, используя слайд к зиплайну, чтобы реанимировать их и вывести из опасности. Все это участвует в создании действительно классной карты, в которую игроки будут играть тысячи раз. Также надо думать об опасностях окружающей среды. В игре будут классические взрывающиеся бочки, а также вентиляторы, которые можно использовать с помощью многофункционального инструмента. Включаете его с расстояния, и этот гигантский вентилятор засасывает зедов и превращает их в фарш. Карта может быть опасностью для вас, как и зеды, но хорошо подготовленная команда специалистов может использовать имеющиеся инструменты в свою пользу. Меня зовут Дэвид Хэнсли, я директор по стратегическим инициативам в Tripwire Interactive. Когда мы начали разрабатывать Killing Floor 3, мы знали, что должны сделать оружие более мощным, чем когда-либо, а системы прогресса более глубокими, чем когда-либо. В каждой игре Killing Floor оружие является звездой шоу. Killing Floor 3 это стало вызовом, так как действие происходит в ближайшем будущем, но мы хотели сохранить реализм оружия. Мы черпали много вдохновения из фильма «Элизиум». Нам очень понравился тот факт, что оружие в нем выглядело реальным, но оставалось более мощным. Футуристические элементы тоже присутствуют. У нас есть сочетание различных типов оружия, и мы очень рады нашей системе моддинга. У нас будет более 100 модификаций для оружия. У игроков будет много разных вариантов, чтобы настроить оружие по своему вкусу. Вы можете взять оружие и, играя, получать материалы для крафта, из которых можно создать чертежи и применить разные модификации, полностью изменив работу оружия. Вы создаете модификации оружия, зарабатывая разные ресурсы в игре, например, технологию зедов за уничтожение зеда или электрические детали за разрушение оборудования Хорзин. В вашем центре вы можете использовать эти ресурсы для создания и улучшения модификации оружия. Игрок сможет менять тип патронов, уменьшать отдачу и даже менять режимы стрельбы. У нас есть разные типы прицелов, передняя рукоятка, чтобы лучше стрелять от бедра, стволы с разными значениями разброса, различные дульные насадки, даже внутренние части оружия, есть увеличенные магазины, барабанные, легкие, которые позволяют быстрее перезаряжать, дробовик всегда останется дробовиком, но этим можно добавить вторичные режимы. Например, огнемет с дробовиком или автомат с гранатометом. Мы хотим, чтобы игроки могли развивать силу оружия и настраивать его под свой стиль игры или нужды. Когда вы в центре и создаете новую модификацию оружия, вы можете установить ее на оружие, перейти на полигон, пострелять, почувствовать, что вам нравится. Затем можно сохранить все эти сборки оружия, чтобы при развертывании на карте и сражениях с зедами между волнами вы могли покупать это оружие. Это позволяет игрокам играть так, как им больше нравится. У нас более глубокие системы прогресса, чем когда-либо в любой игре Tripwire. В Killing Floor 1 у вас были только пассивные навыки. У игроков действительно не было выбора. В Killing Floor 2 мы ввели уровни навыков. Так что на каждом 5-м уровне игрок мог выбрать навык для каждого разблокированного уровня. В
Killing Floor 3 мы сильно расширили это, добавив больше уровней, больше ступеней навыков и более значимые варианты выбора для каждого уровня навыка. И кроме того, игроки могут прокачивать каждый индивидуальный навык. Таким образом, в Killing Floor 3 намного глубже прогрессия. Что меня больше всего вдохновляет в Killing Floor 3, так это новые технологии, которые у нас есть благодаря Unreal 5. В каждой итерации Killing Floor мы всегда ждем, когда технологии значительно улучшатся, чтобы усилить опыт и предложить что-то действительно новое, поднимая все на новый уровень. Есть просто множество маленьких деталей, которые мы улучшили по сравнению с опытом Killing Floor 2. Обнаружение попаданий, отрывание конечностей. Убой стал намного более интенсивным, чем когда-либо раньше. Я работал над всеми системами убоя, начиная с Red Orchestra 1. В Killing Floor 2 мы полностью сосредоточились на убое. Мы создали систему мид, масштабное истребление и травмы. Мы добавили действительно крутые вещи, такие как стойкая кровь, которая не исчезает на протяжении матча. Так что к концу игры вы можете буквально покрыть уровень кровью. В Killing Floor 3 мы действительно удвоили внимание на ранах на зедах. Мы хотели динамическую систему убоя. Мы хотим иметь возможность расчленить любую конечность в любом порядке. Мы хотим наносить раны. И разный тип урона вызывает разные раны, которые видны на зете. Каждое пулевое отверстие остается навсегда. Именно там, где вы обожгли существо, вы увидите его обожженную плоть. Это добавляет еще один уровень реализма. У нас действительно есть зеды, у которых можно оторвать конечности, и они продолжат сражаться, если это не критическое место зеда. Например, киста. Вы можете отстрелить ему ноги, и он все равно поползет и будет атаковать вас. И были моменты, когда я играл против зедов, убивал несколько кист, но потом на меня нападает флешпаунд, и я оказываюсь в даун-состоянии. Жду, когда товарищ поможет. Я поворачиваюсь влево, чтобы увидеть одну из кист, которую, как я думал, уже уничтожил, но она ползет ко мне, пытаясь нанести последний удар. Это реально делает игру увлекательной и непредсказуемой. Одно из лучших ощущений в Killing Floor — это стрелять в голову врагам. Мы хотели, чтобы вы чувствовали мощный отклик при выстреле, поэтому разнообразие было важно. Их головы состоят из множества сеток, которые могут раскрываться, словно цветок. Каждый раз получается что-то новое. Обратная связь при стрельбе вообще должна приносить удовольствие. Вам должно быть ясно, куда именно вы попали. Когда стреляешь во что-то мягкое, проявляется кровь, это звучит сочно, мерзко, есть органичное ощущение. Но когда стреляешь в часть технологий зедов и слышишь глухой удар, дзинь, и видно маленькую электрическую искру. Мы даем игроку понять, во что он попал. Стрельба должна приносить удовольствие. Типа «Ого, это было круто», а не «О нет, мне плохо». Это должно быть торжеством насилия, все через край, как в фильмах Тарантино, где чрезмерность читается в игре. Killing Floor — это игра, которая помогла Tripwire стать тем, чем она есть. Здесь работают много разработчиков с самого начала и много тех, кто пришел сюда именно из-за Killing Floor, ну и, конечно, наши фанаты. Мы бы не существовали без них, играющих в Killing Floor столько времени. У старых фанатов возможность снова погрузиться в классику волнового боя, узнавать о том, что Forzin планирует на будущее, и интерес к оружию от Tripwire, основанное на реальности, оно ощущается мощным. Как обновились классические зеды, которых они полюбили, и какие новые зеды добавились в игру. Новые фанаты смогут насладиться смесью экшена и ужасов и тем аттракционом, который мы создали, где есть интенсивный пик боя и момент, чтобы перевести дух, купить новое оружие и снова с головой окунуться в экшен и ужас. Новичкам понравится этот ритм и вызов, который мы им предлагаем. Я надеюсь, вам понравился наш эксклюзивный взгляд на Killing Floor 3. Если хотите больше информации, зайдите на killingfloor3.com и добавьте игру в список желаемого. Надеюсь, скоро увидеть вас и вместе уничтожить генетиков.